Боец, я реквизирую у вас ДВ, рацию. Всем, кто меня слышит, кто организовывает доставку боеприпасов для пушек и для минометов, всем машинам собраться колонной возле штаба. Как слышите меня? Звезда, повторите последнюю инструкцию. Повторяю, когда вы организуете машины по доставке боеприпасов, все машины собираются на дороге возле штаба. Прием. И организовывают колонну. Возглавляет колонну минометчики. Как приняли? Туман, приняли? Так, звезда, Алексей, ответь. Звезда на приеме. Я это, командование взвода, какой это, задача 1-2 там. Причем здесь командование взвода? В инструктаже четко написано, кто чем занимается. Прием, звезда. Не понял вопроса. Вопрос, на каком основании сейчас командиру взвода организовывать колонну? У командира взвода стоят свои задачи. Командир взвода, объясняю. Командир расчета пушки находится без связи, это раз. Машина находится возле вас, если вы ее наблюдаете, это два. Вашему посыльному необходимо найти расчет пушечный и привести к машине, кто поедет у них за снарядами. Приняли? Все, теперь принято. Отлично. Будут вопросы, задавайте, не стесняйтесь. Штаб, а скажите, снаряды для танков еще будут? Кто говорит? Сталь 2. Для танков никак нет. У вас ограниченный боезапас. Это все, что осталось после прежних боев. Поэтому экономьте. Принято. И горючки для вас тоже, к сожалению, не будет, поэтому у вас выступаете как огневые точки бронированные. Принято. Туман, ответьте звезде. Слушаю. Организуйте ваше отсутствие, чтобы освещение было световыми снарядами по указанным меткам. Приняли? Почитайте там, там написано все. А, то есть сейчас после сразу старта... Начать обстрел с этими... Да, пока темное время суток, чтобы у нас именно подходы были освещаемы. Сейчас, чтобы твои сидели бойцы без, не без дела, пусть освещение нам организуют по периметру. Принял? Принял. Туман принял. Гвардии старшина. Сейчас туман в составе колонны отправишься. Видишь, на севере боеприпасы у нас. У тебя карта есть? Да, смотрю, так, открыл. Отправляешься в составе колонны туда. И там слева, видишь, там стоит, будет стоять зенитное орудие. Дождешься, там остаешься. У тебя карта есть, дорогу запоминай, чтобы ты не спутал, назад смог вернуться. Остаешься, ждешь, когда она станет доступна, она через полчаса станет доступна. И приедешь ко мне сюда, ее привезешь. Принял? Принял. Давай, наверное, скорее всего, возьми карателя с собой, чтобы вам веселее было вдвоем. Принял, санитар? Так у тебя карта есть? Так точно. Красавчик. Значит, вдвоем едете. Один смотрит дорогу по карте, другой за рулем. Приняли, бойцы? Не на метке штаб, я так понимаю, правильно? Мы сейчас на метке штаб. Вам надо, видишь, куда? Аж на север, где стоит... Вот, видишь, церковь обозначена, и там штаб. Это боеприпасы обозначены. Вам надо туда добраться сейчас в составе колонны. Вас подберет колонна. Минометчики, подождите возле штаба. Не уезжайте. Туман, приняли?
Так, все. Автоман еще не доехал до штаба. Пошли со мной. А, звезда проходит возле мельницы, да, как прикрытие. Так точно, выходим к вам. Ожидаю, подъехал. Альфа, вызывай звезду. Альфа, слушаю вас. А звезда, в течение нескольких минут, и возможно, если у нас вернутся в бой два бойца через после вылета, мы можем организовать экипаж на зенитное орудие. Я принял, я отправляю уже за зениткой, но если у вас появится, доложите мне, они будут мы тогда заниматься. Вам, жду машины возле штаба. Здравия желаю. Здравия желаю. Товарищ лейтенант, слушай. Вы обеспечили освещение подходов наших позиций? Так точно, сейчас ведется. Не наблюдаю. Значит, сейчас будет в ближайшее время, в ближайшие сроки. Рация с вами? Связи с ними сейчас нет, да, я так понимаю? Нет, нету никакой рации. Другой. Понял вас. Заберете моих двоих бойцов сейчас с собой? Угу. Они там заберут зенитку, а там они остаются. Можете-ка, если справитесь без них, уезжайте без них. Они сам, потом над зениткой сами приедут. Приняли? Принял. Товарищ старшина. Да. Поступаешь к товарищу лейтенанту в распоряжение. Так точно. Есть. А не так точно. Ну все. Дожидайтесь колонну и уезжайте. На связи. А звезда, посыльные затрудняются найти пулеметчиков на Максиме. Вы подскажете на карте, где они могут находиться? А зачем вам пулеметчики на Максиме? Еще раз вопрос. Дополнить, как вроде была команда, им тоже помочь с боеприпасами. Это говорит Альха, да? Это говорит Альха, да. Ваши пулеметчики, если вы откроете карту, обратите внимание, на первом рубеже справа. Пулемет первого взвода. Я жду вашу машину, когда она будет. Да-да, мы сейчас найдем... Ускорьтесь, пожалуйста, уже минометчики готовы выезжать. Время тикает. Парни. Береза, ответьте звезде. Береза, выйдите на связь. На связи, Береза. Ваша машина выезжает? А какая машина? У вас взводного на боеприпасах есть автомобиль грузовой. Вам сейчас в скором порядке надо, чтобы с вашего именно... Расчет пушечный, два человека выделил на поездку за снарядами. Как меня приняли? Так у меня нет водителей в отделении. Вам надо добраться до первого рубежа, второго взвода орудия там находится. Гюрза сидит на втором этом орудии. Видите на карте? Орудие второго взвода на первом рубеже обороны. По центру. Прием. Да, вижу. Вот надо на этой машине, которая у вас сейчас есть рядом, подъехать к ним, и чтобы они кого-то, либо командир с картой, еще с одним человеком, на этой машине подъехали ко мне к штабу. Бегом исполняйте, пожалуйста, быстро. Потому что другие уже ждут. Как приняли? Принял. Давайте. Пару минут даю. Пустая машина нужна, или что? Да-да, пустая машина для расчета. Подведите. Так, точно, да. Товарищ лейтенант, что с вами? Вы нездоровы? Товарищ лейтенант. Слушаю. Разрешите мотоцикл проверить. Исправен ли или нет? Разрешаю.
Лейтенант. Я здесь. Что-то твои бойцы не дают нам света. Сам не знаю. Беру тут знание места. Эх, зря ты ДВМ не оставил. Связи вообще нет у меня с минометчиками. Ты как это так допустил? Может, по быстряку оставишь им ДВ, довернешься? Ну, заодно и узнал бы, что у них там происходит. Давай. 2 минуты даю. Мухой! Ну как, старшина, работает железо? Да, все нормально, товарищ капитан. Как там, полный бак? Да, все хорошо. Ну, отлично. Доброе утро, товарищи офицеры. Ефрейтор. Здорово, солдат. Я в части прибыл к получению дальнейших указаний. Откуда я прибыл? Я командир первого отряда с пулемета «Максим» из первого рубежа. Первого взвода ты имеешь в виду, стрелкового? Угу. Так, и... Отлично. Согласно нам, осталось также на своих позициях до конца миссии. Ничего я не понял, боец, еще раз, вменять не скажи. Че ты пришел? Ну, как бы, по уставу... Без «но». Извиняюсь. Какая, кто тебе дал такую задачу к нам прибыть в штаб? Слушай, ефрейтор, откуда у тебя офицерская кобура? Нашел. Звезда на связи. Нашел. А звезда, нашел. Экипаж нашел сейчас обменял. Подъезжает к центральной улице. Экипаж западного фронта. Да, ориентир мельница. Останавливайтесь возле мельницы. Мельницы принят. Дожили. Боец! Слушайте еще раз. С какой целью прибыл? С целью, секундочку. Ты вообще кто? Командир. Чего? Максима. Максима, это что? Пулемета. Так. Карта у тебя есть? Так точно. Открываем карту. Открываем. Можешь ткнуть, на какой ты позиции находишься? Рисую. Принял тебя. И с какой целью ты ко мне аж прибежал сюда в штаб? Так точно. По указанию вроде бы должно было прийти в штаб до брифинга. Кто тебе такое приказание отдал, боец? Ты чё, ефрейтор, якобы, вроде бы... Это... Для брифинга ты, у тебя есть взводный, а ты вообще-то в его взводе. Когда с брифинга придет взводный, а взводный твой, я так понимаю, Раша, ты ж второму взводу или первому взводу относишься? Первому. Твой Бармаглот взводный. Так точно, мы должны все тут, они... Не все там. Тут. Альха, прием, выйти на связь, везде. Альха на связи. Мне взводный нужен. Взводного я пока покинул в связи с тем, что пришлось организовать экипаж. Какого хера ваши бойцы шастают возле штаба, а не на позициях? Охренеть. Они до вас уже дошли. Кто им давал такое распоряжение, чтобы они в штаб бросили позиции и пришли в штаб тут на какую-то не конференцию? Не могу не знать. Боец, не быстро на свою позицию и сидим там, пока к тебе не придет, никто и не скажет, какой-то приказ не отдаст сейчас, лично. Сейчас обратно уведем. Принял? Принял, извиняюсь. Дуй! Бегом! Странный туман на связь. Повторите. Повторите, кому нужен медик? Березе нужен медик. Куда прибыть медику? На Березу пусть придет. На расположение, где боеприпасы находится, палатка? Ну да. Принято, ожидайте. Санитар, да. Карта у тебя есть? Есть. Смотри на карту, показываю.
Видишь расположение? Желтая метка. Боеприпасы на втором взводе. Садись на мотоцикл и дуй, там кому-то помощь нужна твоя. Понял. Так, всем сохранять спокойствие. Авиация противника. Огонь никому не открывать. Погасить все костры. Как приняли? Миномету прекратить работу. Так, подожди, а ты уехал за боеприпасами, что ли? Машины нет. Так, садись вот с этим. С ними поедешь. Придется тебе одному назад там быть, понял? Шатун. Да. Сержант. В общем, дождешься там, пока станет доступна зенитка, и сам назад приедешь, сюда ее привезешь, понял? Не заплутай только. А, Туман, прием. Вы где? Да, слушал. Туман здесь. Туман. А, все, отлично. Я понял, Туман, все, ваш командир у меня уже. Высаживаемся. Звезда, звезда, я Береза. Как слышишь меня, прием? Слышу, Береза. Где ваша машина, Береза? Машина уехала, у меня тут проблема. Какая? Бойцы требуют законные 100 грамм. Еще машина должна быть. Требуют? Они под трибунал попадут, если они будут требовать. Они могут только просить. Я тоже, кстати, требую. Так, все. Да где автомобиль? Так, останетесь без боеприпасов. Где автомобиль? Автомобиль уехал. Куда? На пушечку второй взвод. Чё-то долго он едет, блин. Он должен возле меня уже быть. Колонна давно ждет уже. Видимо, он поехал за 100 граммами. Бардак. Стойте, у кого попёрли-то? Я сам тебя расстреляю. Вы чё? Демоны? Совершенно. Чё за разгильдяйство? Я же не давал команду колонии выдвигаться. Нет вашей еще одной машины. Капитан, я машину. Сержант, машину лучком 3-3, да? Блин, вот вам и логистика вся, блин. Все ничего, блин, бардак полнейший. Чё у взводных происходит, блин? Ебнулся, что ли? Кошмар происходит. А Чинтана, вообще я привез, потому что они ночью не справились по координатам, по карте, куда ехать. В смысле, кто там не справился? Вот приехали. Экипаж. Я решил их, как бы, чтобы побыстрее работа шла, пришел привезти. Привет, кто мне будет обеспечивать связь на позициях? Ты что, уезжаешь уже с ними за боеприпасами, что ли? Нет, все, я уже могу, в принципе, возвращаться. Все, дуй на свою точку расположения. Я слышу воздушную разведку, по-моему. Наших бойцов. Да, так и есть. Наших бойцов. Это разведка, авиаразведка противника. Они выявляют наши позиции. Да. Или наших бойцов, где они находятся? Каких ваших бойцов? Вы говорите, вот у нас двое человек наших бегали, нет? Да. Ну вот они, ДД. Вы? Нет, это... С расчета. Это расчет, совершенно верно. А, ну других... стоп, подожди. Говорили, тут разбудок. Здесь прибегал пулеметчик Максима. Охренеть. Открывай карту. Вот на вот этой точке он находится, его позиция, видишь? Звезда, звезда, я берем. Вот что-то он приперся сюда, говорит, я на брифинг пришел. Какого он на брифинг? Если у него взводный, ему все расскажет. Звезда, звезда, я Береза, прием. Слышу тебя, Береза. У меня тут бойцы подрались, один побитый, у него кровь, сейчас нужен медик. А, медик отправился, ожидай его. На мотоцикле уехал к тебе. А, вот, вижу, подъехал. Все, давайте, да. Машину мне организуй, мы ждем все машину. Я отправил машину, я не знаю, куда она там поедет. Взводный, реши этот вопрос, потому что у меня уже нерв нет. Разрешите использовать мотоцикл медика? Разрешаю, только верните ему его. Принято. Ну, Фриц летает, что-то там хочет. Сейчас попрошался. Ай, какое мирное небо. Докер, потом сюда на брифинг приедешь. После боеприпасов. Капитан, да? Мне на какой машине? А, старшина, ну вот, поедешь с товарищем лейтенантом. Ты же в его расположении сейчас.
Будешь помогать ему с дорогой, но он будет за рулем, ты будешь смотреть по карту, направлять его. Понял. Но потом остаешься там и дождешься, когда заберешь зенитку, понял? Понял. Хотя по времени, вы пока то доберетесь, вы, наверное, скорее всего, вместе назад и вернетесь, потому что уже по времени, а через 10 минут она будет уже доступна. Ее там сейчас заправляют боеприпасами, а как раз там немножко осталось времени им еще. Потому что ты видишь, они сейчас потом нас будут точно с воздуха отрабатывать. Нам зенитка нужна по-любому. Кружит. Че, бисер, что ли, да? Ястреб немецкий. Да нет, штука. Альха, ответьте звезде. Альха, на связи звезда. Дозоры выставили? Дозоры выставлены давно. Костры потушили? Костры потушены еще с самого начала. Принято. Знаешь, капитан? Да. Можно взять и поедем уже за боеприпасами. Сержант. Я еще не отдавал никакого приказания. Мы ждем еще одну машину. Без нее как они заберут еще боеприпасы себе? Потом потеряются. Видишь, как долго они собираются? Пока не собираются, гармония здесь поля бегутся. 10 минут можно было бы съездить. Берёза, ответьте звезде. Как у вас дела? Мы тут уже обалдели все ждать вашу машину. Сейчас начнёт враг атаку, а у нас нет боеприпасов. Как мы будем действовать? В рукопашную. Это не ответ. Где машина? Выдвинулся на поиски машины. А что нужно машине сделать? Привезти боеприпасы откуда куда? Ну, ребят, ну вы читали хоть что-нибудь? Ну, я успел дочитать, там не помню. Ваша данная задача сейчас посадить двух бойцов, чтобы у одного из них была карта из расчета пушки. И чтоб они приехали... Зачем нужна машина? Что ей нужно и откуда привезти? Они привезут себе на позицию снаряды для пушки. Приняли? А снаряды где находятся? А снаряды на севере далеко находятся. Тут колонна уже сформирована, ждем только вас. Уже стоим тут 20 минут, ждем. Так не ждите, едьте. Потом, чтоб они еще искали и потерялись в итоге. Колонны пусть едут. Он и так потерялся где-то. Понятно. Отставить, не высылайте машину. Мы заберем и для вас снаряды. Машина уже уехала. Я так понял, он на позиции пушечка второго взвода, вот то, первый рубеж. Правильно. Почему они не приехали сюда? А колонна хрен знает где, я так понимаю. А колонна на штабе находится. Приказ, чтобы он ехал туда. Правильно, я же вам сказал, чтобы он приехал на штаб, на колонна ждет, возле штаба колонна ждет. Нет, ты не сказал, чтобы он ехал на пушка второго года, блядь. И правильно, и забрал там бойцов, именно которые поедут на этой машине за боеприпасами. Для пушки. Нет, про бойцов первый раз слышу. О, ладно, ребят, давайте отставить тогда, я высылаю две машины без вашей. Так. Товарищи бойцы, в составе двух колонн забираете... Забираете... Одна машина забирает минометные все выстрелы, а вторая машина забирает не только свои заряды, свои снаряды, но и для второго расчета. Понятно? И приезжаете, выгружаете свои половина, себе половина на... Откройте карту. Видите, где находится первый рубеж? Вот вам сюда, на эту пушку, надо довести, будет доставить тоже им снаряды выгрузить. Приняли? Это второй грузовик. Эндрюс! Это на тебе лежит задача. Все, отправляйтесь. Что-то беданное с ними, что ли? Да. Но твоя задача привезти зенитку сюда вместе с ними. Давай, уезжай. Берёза, это звезда. Колонна уехала, поэтому машину свою больше не отправляйте. Пусть в вашем расположении находится, при вас. Звезда, я Берёза, прием. На связи.
Нашел потерявшуюся машину. Куда ей ехать? Все, отставить. Пусть она возле вас находится, возле боеприпасов палатки. Приняли? Что ей стоять где? Машину верните на место, где она и была. Пусть возле вас находится. Принято. Че там, медик? Береза, медик к вам добрался? Ну да, я же на его мотоцикле езжу. Че там произошло вообще? Зачем понадобился санитар? Он приехал на позицию. Ну а что дальше он делать не знает. Потому что я не знаю. В смысле дальше? Если он там сделал все дела, пусть возвращается в штаб на мотоцикле. Как приняли? Я все понял, ладно. Я думал, ты про машину спрашиваешь. Не-не-не, про медика спрашиваю. Сейчас я доеду ему мотоцикл, верну, и он вернется. Все, принято. Всем, кто меня слышит, если нам нужен санитар, вызывайте штаб. Санитар в штабе. Эхо принял. Туман принял. Туман, ответьте звезде. Туман на связи. Минометы готовы к стрельбе? Ну, идем расчет по всему фронту. У вас какие-то боеприпасы есть в наличии? Только осветительные. Принял. Альха, звезде. На связи. А на данный момент на нашем рубеже не осталось максимщиков, куда-то потерялись. Занимаемся поисками. Какие-то дальнейшие действия или пока ожидаем? Альха, на первом рубеже ваш пулеметчик. Позиции пулемет. Первый рубеж сейчас. Поняли? Понял. Откройте карту, посмотрите. Да-да-да, нашли. Точно нашли. Вы поняли? Конечно, нашли первый рубеж. Ну вот, да, там должно быть у вас два человека, пулеметный расчет. Кстати, Альха, стойте, как раз обеспечьте им доставку пулеметных лент для Максима. А у вас в палатке там с боеприпасами есть. Да, это у нас есть, но транспорта пока нет. Вот. Я принял, да, ожидайте, когда будет хорошо, транспорт. Хорошо. Транспорт остался, Береза, да. Точно, Береза, обеспечьте доставку боеприпасов со своей палатки на ваш пулемет, который у вас на фланге находится, на восточном. Уже выполнено. Тогда, пожалуйста, подъедьте к боеприпасам первого взвода, чтобы они смогли доставить на свой рубеж на первый боеприпасы для пулемета. Привет. Спасибо. У нас тут небольшая проблемка, то есть до того, как я уехал на мотоцикле, я сказал, что спросил у медика, доберется ли он до своей точки пешком. Он, то есть, ушел, мотоцикл у меня. Я принял, сейчас он придет, заберет мотоцикл. На втором взводе находится, да, мотоцикл? Я еду, да, на палатке. Ну все, сейчас он вернется, заберет мотоцикл. А он у тебя на связи или он с тобой там? Он уже он в расположении штаба уже, да. Сейчас он получит тумаков за то, что он бросил транспорт. Ты чё? Я тебя с чем отправил? Где транспорт?
Так передали, чтоб я отдал его. Что передали, кому? Это Хаштайм, да, транспорт, сказали, флот Берёзы поступило со на центральном перекрестке. Так. Чтоб я отдал мотоцикл. И? Ну и все, я отдал. И? А что ты сюда приперся без мотоцикла? Тебе сказали сюда без мотоцикла идти? А мне вообще ничего не говорили, как сюда... Короче, сюда, дуй, забирай сюда. Там, где откуда прибежал с палатки, то есть мотоцикл, чтоб назад вернулся с транспортом. А. Ты чё, штабной мотоцикл уже посеял? Ну дает. Давай, может ты его все пропил понял. Уже? У тебя, кстати, там спирт остался? Нет, морфий только. Понял, не раздавай никому. Давай, только мухой. Так, прием, Альха, Береза. Альха, на связи. Передайте своим взводных, что я жду, пусть они в пешем порядке выдвигаются. Или даже сейчас на мотоцикле их поможет подвести мой санитар. Ко мне в расположение будем брифинговать. Принято. Так, это касается и Сталь-1, Сталь-2, экипажи, командиры тоже. Выдвигайтесь в штаб на брифинг. Сталь-2, принято. Принято. А, прием, взводные, только обеспечьте, чтобы ДВ осталось у ваших подчиненных, чтобы связь была с вашими подразделениями. Выдвигайтесь в штаб без ДВ. Приняли, Альха, Береза. Альха, приняли информацию. Повтори. Я говорю, что взводные выдвигаются в штаб без ДВ. ДВ должно быть на позиции, чтобы была связь с вашим подразделением. Береза принял ваш транспорт, забираю его на некоторое время, возвращу чуть позже. Береза, вы приняли, что взводный ваш должен явиться в штаб на брифинг? Да, он уже в пути. Принят. Это Береза. Кто там машину ждал на перекрестке? Машина приехала? Давно приехала, разбираемся с боеприпасами для пулемётчика. Так, господин капитан, я своего командира отделения расстреляю. Товарищ. Товарищ капитан. Товарищ капитан. У нас господ нет. В смысле? Не понял. Да, его бомбить начало, блядь. Начал при всех орать. Я в рандом пойду, все заебало. Кто? Кто это был? Да мой же, что из ТБшник, я его это приструнил. То есть он дезертирует тебя, что ли? Он хотел в рандом уйти, да, дезертировать, я его расстрелял. Молодец. Так и надо поступать с врагами народа. Стеклом я сам разберусь. Парни, парни, не выходите! Может еще вот так сделать? Хоп. Да-да-да-да. Что, селфи что ли начинается? Да-да-да. Скрин. Все, спасибо. Можно вылазить? Да-да. Так, доложить по форме. Кто хоть прибыл-то? Товарищ капитан, командир. Так, я не понял, а почему? Танк МТВ-1, Сталь-2, сержант Огурцов прибыл. Принято. Во-первых, сержант Огурцов. Сначала докладывает старший по званию. Виноват. Лейтенант. Я ж просил связь оставить у себя в расположении. Как я с тобой буду с твоим подразделением связь держать? Пока это ты здесь. Я толкового человека, вон через ДВшку этого свяжемся. Первого. Ну ой, вы накрутили, навертели. Какой там у тебя взвод? Что там у тебя? Отделение.
У меня нет КВ. Ну, у меня есть. А у тебя ты оставил там ДВ? У меня не было ее вообще. А, не было? Ну, блин. Санитар! Да. Докладывай, что ты там делал? Да. Кого лечил? Кому спирт сбывал? Да я можно вылечил танкиста. Меня, товарищ капитан. А, вот он, вот он, вот он. Получил ранение от танка. Ну, я как бы... Слушай, подожди, стоп. Перебью. Я как бы уже раньше докладывал и всю правду как бы рассказал, то, что вы там подрались из-за водки и все дела. Так что не надо обманывать, говори правду. Так, меня самое главное интересует, танкисты, что там, танки готовы к поражению противника? Готовы. Так, два у нас, один танкист... Выбор. Стволы вычистили? Так, единственное, что, как я уже говорил, танкисты как бы опохмелиться им надо. Я же говорю, водки требуют. 100 грамм фронтовые. Перед боем. Ну вот машины шубыли, сейчас привезут и спирт. Окей. Могли больше привезти, но, блин, видишь... Что там с вашей машиной произошло, я так и не понял. А он уехал, как бы не было приказа. В танке Сталь 2 один человек пропал в неизвестном направлении. Поэтому пока нас двое, может, появится позже. В смысле, дезертир, что ли? Завод. Не установлено. Что сразу дезертир? Ну, что за дела? Вместо себя заряжающего. Ладно, давайте пройдем, приглашаю в штаб пройти. Так, я предлагаю, товарищ командир. Товарищ командир. Да. ДВ-шку, чтоб санитар отвез. Ну вот я об этом тебе и говорил, да, чтобы связь была с подразделением. Я просто думал, там есть. Так, я кидаю. Нет, нету никого. Давай. Слышь, медик? Да-да. Я сюда поближе его поставлю. Сюда не только мухой давай, чтобы назад сюда вернулся на мотоцикле. Я потом буду своих ребят. В смысле, куда? ДВ-шку кому-то отвезти? Да, откуда сейчас мы уезжали. Ага, туда же, да? Туда же, там я человека оставил за старшего. Там Ильнур, да? Что-то она не ложится. Слушай, одень ее на себя. Да, вылез с мотоцикла и возьми на себя. Может лучше бить? Каратель, алло, быстрее действуй давай, а? Просыпайся. Да. Вон а лежит на дороге, на дороге лежит. А, на дороге, мотоцикл еще. Ё-моё. Не, пускай сейчас сумку скинет на экзамен. С Ильнуром будет связь, он там уже в курсе, он за старшего остался. А ты сумку скинул в этот, положил мотоцикл? Нет, она влезет туда, если дорожка не ладит. Мотоцикл положи. Сумку. Попробую. Это он уже дальше, я думаю, сам справится. Блин, у тебя же там наркотики, а ты, блин, так разбрасываешь их, блин. Вещание-то будет? Не ложится она. Давай мне, я заберу ее пока, кидай. А, у меня же ДВ, не могу. Так. Давай, я пока возьму. Скинь медикаменты в ДВ. Я возьму, потом отдам. В ДВ их скинь их. Ну все. Сумка поместилась с медикаментами? А он сейчас вернется. Давай, пойдемте на совещание. Вон, забрали. Та-ра-та-ра-тай. Давай, страна огромная. Боец, ты что стоишь на пути старшего позвания? Проходим, проходим, товарищ. Думаю, здесь нам место лучше на свежем воздухе. Это тут потолки какие-то низкие, по-моему. На карачках придется лазить. Открывай тушенку. Так, еще нет командира минометной батареи, но он уехал за снарядами. Ну, пока без него давайте брифинговать. А что, солнце стало, может, кастрик уже разожжем, а то что-то как-то... Ну, слышишь, авиация противника летает. А, ну да, дым может увидеть, в принципе. Конечно, туши. Светомаскировку надо соблюдать. Так, ну что, открываем карты, товарищи офицеры. Как видим, заняли нашим стрелковой ротой рубеж. Первый, второй оборонительный у нас рубеж. Так, лейтенант Бармаглот. Здесь? Не слышу. Громче голос сделай, не слышу тебя. Тут. О! Так, у тебя там стрелковое подразделение, да? Отделение стрелковое. Угу. Вот смотри, у тебя два окопа на твоем фланге на западном есть, видишь? Если, получается, выбивают там бойцов на пушке. Ух ты, ёх ты! Ложись! Блин! В штаб! Пошли, в штаб! Да, в бункер все! Медик нужен.
Бункер направо, направо в бункер. Кто ранен? Медик. А чья машина здесь была? Туман, прием, туман, прием. Привет. Вы где? На нас тут уже бомбовый удар. Заходит. Вам далеко еще? Товарищ командир, возможно вам не туман нужен. Возможно вам расчет зенитной батареи нужен. Морфин мне. Вожу морфин. Да хорошо, что осталась сумка медика. А что, настала сумку, да? Конечно. Вот если бы мы не моя ДВшка, мы бы сейчас тут погибли, блин. Ты бы тут ранен. Альха, Береза на связи? Альха на связи. Шлитана, там этот, твоему медику... Займите все позиции, которые указаны на карте, оборонительные. Альха, принято. Макс, прижал. Принято, да. Больше раненых нету? Да, у нас орудие до сих пор без обеспечения боеприпасов. А вы уберите автомат, сейчас еще с себя. Звезда, я Туман, ответьте, пожалуйста. Туман, Звезда отвечает. У нас до сих пор нету подвоза боеприпасов. Я принял, ждем, что они там. Давайте, ребят, быстрее на позиции. Да, блин, раненый. Хорошо, что ДВ оставили. Да, это вообще вопрос, вы наших командиров уже... Давай, удачи, быстрее. Выходите на связь, как прибудете. Повторите. Вопрос, наших командиров уже отпустили из брифингов? Да, они вот бегут, встречайте их. Держите все позиции, распределите все боеприпасы по позициям, гранаты противотанковые, все, что было на каждой позиции вдоволь. Ждите, как попрут, начинаем обороняться. Отступать запрещено, держим до последнего все свои позиции. Надежда особая на танкистов. Танки, слышите меня? Сталь 1 на связи, принял. К вас там не отработали, нет? Нормально все? Все хорошо. Давайте, смотрите в оба и поражайте танки противника. Так точно. Какая техника своя? Смотрите карты, все позиции распределены на карте.
Звезда, командир первого взвода не погибал у вас там на позициях мельницы? Не могу знать, здесь погиб только санитар, поэтому санитара нет, ребят. Санитара нет, принято. Мотоцикл уничтожен, одна машина уничтожена, поэтому доставки никакой не будет. Все, что у вас есть, все сохраняйте как бы до последнего. Боеприпасы экономьте. Принято. Так у нас еще остались машины. Западный фланг не снабжен дополнительными боеприпасами. Это понятно, но у вас там есть по одному ящику фугасных, по-моему, по ящику. Да. Поэтому берегите их, берегите. Только именно наверняка бейте. Я так думаю, может они попали к нашей это, под авиацию удар, когда следовали по пути, по маршруту сюда. Поэтому будем как бы надеяться, что они как бы приедут, но, по-моему, не факт уже. Скорее всего, их авиация противника встретила, атаковала. А так у «Березы» не осталось еще одного грузовика, разве? А два грузовика уехало, один грузовик здесь сгорел возле штаба. Скорее всего, вот это как раз «Березы» грузовик и сгорел. Прием, повторите еще раз. Встали один на мид, до танка дошел. Все, нормально, держите позиции, видите, там работает авиация, поэтому... Не высовывайтесь и наблюдайте, скорее всего, сейчас атака будет. Скорее всего, это еще не весь арт-удар, скорее всего, еще будет артиллерия по позициям работать. Поэтому не высовывайтесь, все сидите, не высовывайтесь. Принято. Сейчас они штаб накрывают, именно авиация штаб долбит. Туман, прием, по вам работает авиация? Туман, почти весь боевой состав выйдет. Остался один боец. Ты спрятался в землянку, боец? Да, так точно. Аж, понятно, я понял тебя. Все мертвы у тебя на позиции? Да. Командир неизвестно, где находится. Он уехал за боеприпасами. Командир, да, за боеприпасами уехал. А остальные бойцы все погибли. Командир, походу, уехал на совсем. Он уже там возле машины труп валялся. Возле какой машины? Ну, возле штаба там какая-то машина. Сейчас посмотрю, кто. Там медик лежит, кажется. Там да, медик лежит, да. Возле машины, а не возле мотоцикла. Сейчас проверю. Звезда, я «Береза», как слышно, прием. Слышу тебя, «Береза». Значит, в целях безопасности мы покинули склад боеприпасов и перешли дорогу ровно на юг. Находимся в здании. Метку себе поставил. Поставил на «Березу» метку. А где «Береза» находится? Я буду понимать, что это что именно взводные «Березы». Звезда, это командир «Стали-2». Принял тебя. До танка добрался, докладываю, что расчет Максима второго взвода уничтожен. Оба стрел, пулеметчики мертвые лежат в этом окопе. Я тебя принял, я принял. «Береза», прием. Левый фланг, обеспечьте там место, где пулемет выбит, Максим. Чтоб там бойцы заменили их. После арт-налета прием.
Туман, прием. Слышу вас. Нашел вашего командира мертвым. Значит, с ним и наши боеприпасы были. Да, всем прием. У нас не будет артподдержки. Минометы уничтожены. Батарея миномета уничтожила противника. Туман, ты один остался там? Так, точно. Так, давай, как бы аккуратно ко мне в штаб. Видишь, где штаб находится? Да, так точно. Или давай сделаем так, отсидись, как перестанут как бы артналет. Тогда ко мне в штаб придешь, когда уже поспокойнее будет. Понял? Принял. Будешь тут возле штаба у меня посыльным. Звезда на связи. Раша погиб. Принял тебя. Значит, ты зам теперь. Берешь командование взводом на себя, Березы. Принял? Кто говорит? Руководитель нож. Зам Спарк. Он принял на себя. Звание твое, Спарк. Сержант. Все, товарищ сержант. Ты назначаешься командиром взвода «Береза». Принял? Второго взвода. Принял. Будь со мной на связи постоянно. Координируй свой взвод. Ты держишь восточный фланг. Принял. Альха, прием. Альха, выйдите на связь. Туман. Принял. Открой карту. Открыл. Видишь расположение первого взвода? Так точно. Выдвигайся пулей туда, мне надо наладить связь. Ты будешь теперь связным первого взвода. Понял? Да. Твой позывной теперь... Принято. Твой позывной будет теперь Альха, понял? Принял. Мне надо, чтобы ты нашел кого-то из руководства первого взвода, чтобы они вышли со мной на связь. Если их обнаружишь, что все мертвы, доложишь мне. Принял? Так точно. Принял. Давай, выдвигайся. Будь осторожен. Звезда, звезда, я Береза. Да, звезда, слышу. То есть Береза. Рашу убили. Я зам его, Спайк, принял на командование на себя. Какие будут указания? Я принял, принял. Держим оборону, держишь восточный фланг. Все, принял. Метки видишь свои? То есть у тебя пулеметчик, 3 человека там, перемести их на фланг, где выбили именно Максим. Посмотрите, может Максим целый, можно его там по нему с ним работать. Значит, там оставь расчет Максима, а пулеметчика верни на позицию, где он и был. Принял? Принял, принял, сейчас попробуем. ПТРДшники у тебя целые на позиции уже или нет? Никак не знаю, связи нету. У тебя посыльный есть? Посыльный есть, сильно ранит, он не добежит. Он может общаться по ДВ? По ДВ может общаться. Оставляй ему ДВ, пусть со мной держит связь, а ты пулей проверь, это ПТРД, 2 человека, вот этот на первом рубеже, который первого взвода пулемет где находится, видишь метка, ПТРД, 2 человека. Все, принял, принял, сейчас. Подожди, там, если все нормально, там проверь, и фланги проверь свои, понял, и потом доложишь мне. Все, принял. Давай, давай. Альха, выйдите на связь.
Сталь-1, выйдите на связь. Сталь-1 на связи. А вы наблюдаете на горизонте? Это не танки противника? Да пока нет, ничего не видим. Принял. Если что-то обнаружите, докладывайте. Принято. Пушка у вас исправна, работать можете? Да, все исправно. Принял. Сталь-2 на связь. Сталь-2 на связи. Как у вас дела обстоят? Пулемет перенесли с левого фланга. Вот, более ближе к центру. Сейчас осталось так. Нас двое в танке, наблюдаем левый фланг. Все, принял тебя. Тоже докладывайте, если что-то заметите, докладывайте. Так точно. Так, это Сталь-1. Слышали на юго-западе. Звук мотора сейчас затихло. Принял вас. Могут через Свечицу пойти. Поселок на западе. Сталь-1, на связь. На связи. А вы наблюдаете с левее вас и расчет пушки? Да, наблюдаем. Они там есть? Живы кто-нибудь там, нет? Да, да, живые там. Смотрят они нормально все, да? Да, живые там, расчет живой. Все, я принял вас. Я слышу опять звук с юго-запада. Левее вас пулеметчик, 3 человека, там есть кто-нибудь? Да, в окопе есть пехота. Все, принял вас. А, левее вас. Правее тоже сидят. Все, принял вас, хорошо. Просто на связь взводный не выходит. Альха, прием, выйти на связь. Это Туман, обнаружил палатки, где штаб Альхи командира убитого. ДВ у него было, при нем? ДВ при нем нету. Я понял, продолжай там поиск. Смотрите, авиация сейчас будет опять отрабатывать, будьте внимательны. Слышу авиацию. Готовьте, сейчас будет воздух снова. Командир звать СТБ Буллит 43. Займи себе укрытие. Где-то и наблюдай, у тебя бинокль есть? Возьми бинокль там. Прием. Туман. Слышу. Сейчас ищу укрытие. Твой позывной теперь Альха, принял? Когда буду вызывать Альха, это значит ты уже. Принял. Давай, твой это фланг, западный фланг, наблюдай и говори мне как о ситуации, сообщай. Принял? Я пока остальных бойцов не нашел. Выведу поиски. Они на позициях, если ты откроешь карты, там на позициях видно. Принял. Самолет работает по моим позициям. Да, да, вижу. Не высовывайтесь. В общем, ситуация критическая. Выбили у нас зенитку еще на подходе. Она не смогла ничем помочь. Минометчика в батарею разнесли в пух и прах. У нас нет артподдержки. Поэтому надежда только на наши 2 танка в окопах. И на пушкарей, но у пушкарей снаряды не подвезли, выбили колонну на подходе. Поэтому ситуация критическая, держимся из того, что есть. Приняли всех. Надежда на танкистов и на пушкарей.
Альха, ответ здесь где? Альха на связи. Ну что там, нашел кого-нибудь? Нашел командира Промоглота. Он живой? Так точно. А, отдай ему ДВ, чтоб он со мной на связи постоянно был. И пусть он выйдет на связь ко мне, а ты возвращайся ко мне в штаб, будешь моим посыльным, принял? Принято. Береза на связь. Береза на связь. Так, звезда Альхи. Береза на связи. Альха, Бармаглот. На связи, на связи. Чё там, расскажи мне, у тебя по потерям. А, по потерям, короче, у меня расставил по меткам, да, людей, как было на планировать. Так. Вот, ну бегать как бы между этими не могу, потому что самолет наслетает. Поставь на себе метку, где ты находишься, напиши Альха, это я понимаю, что это ты, твоя позиция. Я сейчас стою на метке ПП первый взвод. Именно на этой метке в доме. Я потом уйду, сейчас пускай. То есть, получается, ты по позиции держишь, да? У тебя потери нет или есть потери? Я по этим, которые делают пулеметчик, метка, три человека. Вот я там не знаю, да, есть там потери, нет. В смысле, не знаешь вообще? А ты сейчас где находишься? Я тебе еще раз говорю, короче, метка БП первый взвод. На метке первый взвод я. А, я понял, ты там в доме, в домах, да, да, я так понимаю? Я сейчас уйду, короче, на метку три человека первый, на юг. Ну поставь на себе сейчас метку, там, где ты будешь, чтоб я видел. Все, я понял. Потерь быть не должно, потому что люди у нас это опытные, как бы там, это, не должны они под самолет подставить. Согласно плану, я всех уже, ну, расставил по местам. Так, тут какая-то машина подъехала ко мне. Это проехали артиллеристы на БП. А, так все, они прибыли все-таки, довезли на позиции снаряды. Они за поехали снаряды. Не понял, а где машину взяли? Так, это была артиллерия первого, второго взвода, как я понял. Прием. Принял, принял. Поехали за снарядами? Да. Ну чё ж они ничего не доложили, демоны? Вот, у них радиостанция есть у одного человека была, должен нас слышать что-то. Сейчас, подожди. Берёза на связь. Берёза на связь. Как ситуация у вас? Расскажите мне, кто у вас поехал за снарядами? Это посыльный. Не принял. Посыльный, кто посыльный? Ты посыльный говоришь сейчас? Товарищ посыльный, командир ушел за разведкой. Я принял тебя, то есть у тебя информации никакой пока нет, да? Никак нет. Я понял. Будь на связи. Принял. Альха, слышал? Там танкисты вроде стали один, говорили, что с твоего фланга вроде техника гудит. Стали один. Подтвердите, слышите еще технику или нет? Уже нет. Принял.
Шульман. Ты меня напугал, меня боец. По вашему приказанию в штаб прибыл. Я принял тебя. Да, что-то разбомбили нас фрицы. Не успели мы ничего. Видел, командир твой лежит там возле машины, сгоревший? Нет, еще не смотрел. Ну ладно, все, будь со мной, здесь наблюдаем. Не высовывайся, они по нам, видишь, работают как серьезно. Будь готов, что отправиться, как бы, ты с ДВ или нет? Нет, я отдал. А, ты ДВ отдал, все, я понял. Ну, будь со мной, короче говоря. И смотри, короче, вход, вдруг там, чтобы диверсанты какие-то пройдут. Только не выходи, чтобы не накрыло тебя. Вход там держи просто, наш. Ага. Да-да, вот этот вход держи. Звезда, это Сталь-2, у нас есть медик? А, никак нет, медик погиб при арт-налете. Принят. А что случилось у вас? Да, я Береза. А, раненый есть в подразделениях Березы. Принял. Береза, слушаю тебя. Это Спайк. Проверил, посмотрел. Пулеметчик, 3 расчета. 3 человека, то бишь на пулемете 3 человека, на ПТРД 4 человека. Так. Ребята держатся. Я понял, ты смотри там, главное, фланг свой, который восточный, они могут оттуда зайти. Все, принял. И сам там не высовывайся, ты мне нужен, чтобы постоянно связь с тобой была, наблюдай там. Принял. И докладывай о любых там передвижениях, что происходит. А скажи мне, это твои уехали за снарядами? Да, да, один мой. Водитель мой был. Я принял тебя. Но еще подразделения в бой не вступали, да, я так понимаю? Никак нет. Все, принято. Не высовывайтесь, еще, скорее всего, будет минометный удар. У них еще минометы должны работать. Альха, стрельба у тебя? На связи, Альха. Говорю, у тебя стрельковая работает уже? Я того-то самолету тренирую. Принял. Звезда, звезда, я Береза. Да, Береза, на связи. С фланга остался только один КВ. Пехота в окопе вся мертва. Именно где Максим пулемет был? Да. Максим пулемет перетащили туда, где численность пулемет 3 человека перенесли на ту точку. То есть там есть пулеметчик, да? Да, пулеметчик есть, только он с фланга чуть-чуть перешел. Так, что за разрывы слышу? У кого разрывы? Это случайно у нас стрелок гранату кинул. Это Альха. Я думал, уже атака началась. Так, Береза, какие у тебя силы остались? Ты можешь крестики поставить на тех позициях, где у тебя есть люди? Береза. Принял, Береза сейчас поставит. В доп канал ставь. Принял.
Так, звезда Альхи. Да, звезда на связи. У нас самолет, короче, наш эти... Так, покажи. Повтори. Я пошел по своим укреплениям в западную сторону. Смотреть, кто жив. Привет. Может, пока не стоит, пока самолет летает? Сколько летать будет? Хер его знает, ты ж видишь, у них, блин, нас зенитку выбили, скорее всего, на марш, и поэтому они тебе что хотят, то и творят. Ладно, я, короче, где-то деревни тихонько пройду сейчас посмотрю. Слушай, я, по-моему, слышу гул двигателей танков, звезда, нет? Звезда, я Береза. Да, Береза, на связи. Метки наблюдаете? Я просил плюсы еще поставить, плюсики именно, где у тебя есть позиция. Потому что я не понимаю, есть там люди, нет. Поставь еще плюсики возле тех меток, которые ты поставил. Принял? Принял. Давай. Товарищ командир, разрешите обратиться? Разрешаю. А на складе много боеприпасов или ограниченное количество? На каком складе? Который возле Сташуба находится. Ну там полностью было для расчетов пушек именно полностью боекомплект. Просто нет. А есть ли вероятность, что там остались боеприпасы? Ну туда поехало, еще один грузовик сейчас уехал. Просто, мы, в принципе, сам миномет это они целые остались. Ну так, а с чем ты будешь это? Они, скорее всего, все забрали оттуда. Угу, именно твой командир, скорее всего, все оттуда увез. Я не думаю, что он что-то оставил там. На 270 слышу звук техники. Я принял, старый один, у тебя пушкари у тебя там целые? Альха, проверь, у тебя на позиции расчет пушек, у них там снаряды есть или нет? На пушкари там есть снаряды или нет, не могу сказать. Вот, если у них нет снарядов, перебросьте несколько ящиков им на позицию туда. Надо быстро это решить вопрос. Альха, займешься? Принял. Давайте, а то они сейчас не могут открыть огонь тогда, скорее всего. Боец, а ты где делся? Бинокль у командира забирал. Ага, понял. Слушай, тут оттуда, по-моему, пруд. Наблюдай тот фланг. Принт. Ну и сильно сам тоже не высовывайся. Так, звезда, я Альха, у нас танк, да? Идет прямо на позиции у пушки 10 осколочных, 10 бронебойных. Слышали, Береза, обеспечьте им доставку еще пару ящиков снарядов. Подкалиберных Пока не надо, нас можно сейчас танк выбить. А, принял, пусть подкалиберными выбивает в первую очередь. Скажи им. Сталь один, танкисты, смотрите свой фланг, там сейчас к вам техника выйдет. Наблюдаем это. Сталь. Давайте. Под калиберными в первую очередь работать, чтобы наверняка выбивать сразу пушки им там, что там. Наблюдаем танк по попадание. Еще один. Это сталь один. Чей танк? В противника попадание? Да, попадание в танк. Давайте, ребята, пробивайте их. Так, звезда. Кто приехал там? Звезда на связи.
Это Альфа, прямо напротив позиции пушки, два танка, два штука, если не три. Три штука. У них штуки, так выбивайте, работайте. Ну как бы, у меня ППШ, да, но я постараюсь пробить. Нет, пушкари пусть работают. Работают. Да, у меня такой вопросик, к вам этот от пушек, боеприпасы никакие вообще здесь не перевозили на машинах, вот там сбитые видео у вас стоят. Так, пацаны, вы откуда вообще и куда? Уже бой начался. Мы из севера. Да, по приказу командира отделения, да, мы ездили на склад, так. мы с пушек, нам нужны патроны для пушки фугаса. Ну, на севере, значит, нет, по пути следования разбитые машины не встречали? Ну, вот только вот эта одна, и может быть вон там у вас стоит еще какая-то рядом. Там еще одна вторая разбитая. Пофиг. Ну, вот это значит в них везли снаряды, а там пусто на складе, все выгребли, да? Вообще просто. А зенитку не встречали выбитую по дороге? Она вот здесь прям стоит рядом с мельницей. Выбитая, нет? Ну, вот сложно сказать, не разглядел. Она дальше там в кустах стоит. Дальше по дороге в кустах дальше. А, проверьте, если работает, надо ее занимать и будем с нее работать. Я тогда пойду проверю сначала. Давай. Так, Береза, прием! Ваши приехали ребята, которые за снарядом ездили, там пусто, снарядов не будет. Приняли. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографией
увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.